Вот это бомба! Бомба. Привет, ну не стесняйся, заходи. Привет. Ты такая прям... Леди ин ред. Леди ин ред, да, привет. Как я даже снимаю очечки. Очечки снимаю, но только очечки. Полностью, да, полностью тебе. Да, привет, как дела твои? Обычно леди целую. А, да. Таксопарку «Такси Хайп» требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! Да, обычно целую, прости, пожалуйста, я разнервничался просто, поэтому немножко растерялся. Ты очень эффектная барышня. Эффектная барышня, да. Эффект бабочки? О, нет. Это про другое. Эффект дудочки. Дудочки? Прекрасно. А скажи, пожалуйста, мне очень интересно, ну, чтобы мы так не размазывали всю эту тематику. Ну, и а чтобы почему мы, не размазывать? Ну, размазать это ничего. И чтобы мы поняли сразу, кто зачем пришел куда. Вот скажи мне, а что ты вообще на сайте знакомств делаешь? Ну, это же такой логичный вопрос будет, да? Про мужиков все понятно. Ну, про мужиков, ну, как в большинстве случаев, да? Кто зачем, чего? В большинстве случаев, да. Хотя бывают кадры, да. У тебя что здесь за история? У меня история достаточно ясная, я считаю. Так, кого ищешь? Я ищу мужа. Мужчину. Так. Это раз. Так, мужчина, это раз. Не девушка, не женщина, мужчину. Я уже подхожу. Да, по первому пункту 100%. Не на один день. И пожалуй, не на два, не на две ночи. Не на один день, не на две ночи, да. Это как прям поездка в поезде, да? Сколько будет? Да, до Сибири ехать 3 дня. Ну, то есть, да, 3 дня, 3 ночи. Очень хочется раз и навсегда. Ах, что вы говорите? На вы перешли, нет, да. Ну ты же понимаешь, что это лотерея, да, вот это вот раз и навсегда. Да, причем опасная такая лотерея. Но я рискнула, я пришла к тебе сюда, и я считаю, что я сильно рискую. Скажи, пожалуйста, ну ведь у тебя же, ты же можешь на опыте, на каком-то своем женском понять, что наверняка у тебя же были отношения с мужчинами, какие-то там мужья, бывшие, не мужья, что это, ну действительно, это, ну, это так тяжело встретить вот раз и навсегда, это же, ну, не просто. Ну действительно тяжело, ну по опыту там подружек, я могу сказать. Точно. А по своему опыту? По своему опыту был опыт, но он был печальный немножко. Ну что случилось? Это он на Титанике погиб. И у тебя будет много ребятишек. И ты увидишь, как они вырастут. И ты умрешь старой женщиной в теплой постели. Или что? Да, в чем опыт печальный? Он погиб от моих слов, от моих пожеланий, от моих требований, так скажем. Ничего себе, они у тебя сильно завышены. Сережка выпала. У тебя сильно завышенные? У меня сильно завышенные требования. Так. Так. И в чем они, так скажем, что это за требования? Может быть, какие-то они действительно специфические? Может, это чем-то отпугнут? Погоди, а у меня еще вопрос такой. Что значит один раз были отношения? А ты вроде как... Ну дело в том, что я... Не 18 тебе там, не 17, а... Ну, так скажем, смотря с какого бока посмотреть, вот, то есть... Да я уже посмотрел в несколько боков, как бы. Дело в том, что... Я тебе не могу дать 18, но ты прости, пожалуйста. Ну, предположим, я не обижаюсь. Да. Дело в том, что... Да, с одной стороны, мне не 18, да. Но я целостная личность. Понимаешь, о чем я? Нет. Так скажем, физиологически я себя сохранила. Физически, физиологически, психически, психологически. Короче говоря... То есть не развалилась по ходу движения? Я не что? Развалилась, я не понимаю, да, как да, ты все сохранила? Не понимаю я. Я дева, что ж непонятно. Я девственница. Кто ты? Девственница. Это фамилия? Призвание. Это по гороскопу? Божечки. Подожди, да ну нафиг.
Да ну быть не может такого. Ты может, меня... Нет, может. Я не верю. Ну, я, конечно же, сейчас прямо я не буду тебе это доказывать. Нет, ну, это понятно. Но подожди, если ты пришла на свидание, значит, и ты понимаешь, зачем мужчины на него ходят, значит, ты уже типа, я даже не знаю, какое слово употребить, созрела-готова или чего? Да, как у Земфирочки. А девочка созрела. Ну, девочка, да. Девочка. А зрелочка, ой. Зрелочка созрела? Целочка созрела? Как ты говоришь прямо? Я не очень понимаю. Да, что-то типа. Так, ладно, скажи. Мы вот балуемся. Да, я созрела. И я клюнула именно на тебя, я извиняюсь за этот жаргон. Так. Клюнула на тебя, потому что ты мне понравился. Ну, я что-то... Ты понравился мне. Я напрягся почему-то из-за напрягся? В этом месте, да. Ну, то есть, если это правда, то это прям... Ну, это очень необычно. Это правда. Ну, то есть это странно. Ну, то есть, может быть, у тебя какая-то есть какой-то подводный камешек, про который я, не знаю. Ну, как ты умудрилась? Ты же не в монастыре жила, да, я так понимаю? Не там, не с какими-то староверами, там еще где-то. В Питере росла, как? Жила, цвела. А как? Ну, без подробностей. Ну, хорошо, как скажешь. Ну, вообще, это странная история. Ну, я так хочу сказать, если ты... Ну, я вижу, что я тебе, как говорится... Приглянулась. Хотела сказать, я тебе лайкнула. Что я тебе понравилась. Так. Я тебе хочу так сказать. Если ты реально запал... Так. Запал, есть еще запал. Так. Вот. У меня есть условия. Но оно совершенно несложное. Но у меня есть условия. Мне нужно помыться. Если ты хоть подмыться. Так. То есть можно целиком мыться даже, отлично. Да, чуть-чуть, вот чисто так вот, верхнее лицо, нижнее лицо. Я понял, отлично, хорошо. Нужно будет просто чуть-чуть финансово заинтересовать меня. Да. Совсем чуть-чуть, совсем аккуратненько. Так, купить презервативы, Нет, ты прости. Боже, купить презервативы. Помогите. Господи, как узко мы думаем. Ну, ты сказала чуть-чуть, я просто пытаюсь изменить это чуть-чуть просто, и поэтому я так говорю. Это какая-то прямая мотивация? Это прямая финансовая мотивация? И какая это сумма? Потому что, смотри, у меня все серьезно. Ты просто еще до сих пор не понял. Не понял, мне кажется, да. Вот так, узкий лоб. Так, да. Узкий лоб. Так, смотри. Обиделась себе, да? Нет, я слушаю тебя. Лобом. Да это вообще пофиг. Тут такие вещи на кону, какой там лоб. Да, смотри. У меня все серьезно. Так. То есть, если мы с тобой, как говорится, вступаем в реальные интимные отношения, так. Соответственно, ты что делаешь? Ты нарушаешь мою целостность. Срываю цветочки. Срываешь цветочки, да, потом, которыми можно наслаждаться всю оставшуюся жизнь. Так. Они будут пахнуть всю жизнь. Так. Они. Вот. И сумма. Нам же надо. И это говорит о том, это понимаешь, это как будет звон в колокол. Начало нашей жизни. Имя, не просто сестра. Сексуальный. Имя. 300. 300 что, рублей? 300 тысяч всего лишь. 300 тысяч рублей, в смысле, я хотела сказать. 300 тысяч рублей? Всего лишь. Ну, мы же начинаем жить, понимаешь, веточка по веточке, гнездышко вьется. Какое гнездо? 300 тысяч? Слушай, я же не машину покупаю-то, ну, в конце концов. Я круче, чем... Ну, 300, откуда такие? Красный Порше, Альфа Ромео, не знаю, 92-го года. О, нет, пораньше. Короче. 300 тысяч рублей? Откуда такие цены дикие, я реально не понимаю. У тебя какой-то рынок есть, что ли? Я не очень понимаю. Откуда такая цена 300 тысяч? Откуда такая цена? Тебе уже кто-то предлагал 300 тысяч? Солнце ты мое, дорогое, рыженькое. Я рыженький, да. 300 тысяч – это вообще ни о чем. Это сходить несколько раз за продуктами, так крепко затариться там на несколько недель. А где-то цена? Тебе предлагали такие деньги уже или что? Почему ты… Я хочу тебе… Вот ты спрашивала про отношения. Так. Да, у меня были, нарисовывались, так скажем, вырисовывались так. отношения, так. пытались выстроиться эти так. отношения с одним мужчиной. Так.
я тебе так хочу сказать, он сам мне предлагал, да, вот за эти отношения, за вступление в мои, как говорится, воды. В мои воды, да, внутреннего моего бассейна, он мне предлагал 1 000 000. Что случилось? Бороду поднял, солнышко. Серьезно. Сколько? Тебе 1 000 000. 1 000 000 рублей, да. И да, деньги нужны, деньги, они тем более для создания новых, новой жизни. Для меня это реально новая жизнь. Ты понимаешь, я дева, я себя хранила для этого единственного брака. Единственного брака с начала и до конца своих дней. Я не пошла на это. Тут ты сказки. А почему? Ну, потому что видел бы ты этот кадр. Так, то есть тебе мужчина как человек неприятен был? Он был очень несимпатичен. То есть он интересный, да, он интересный, он развитый, эрудированный, но... Боже, слушай, мой, это лысина, этот рост ниже миньона, вот это пузико. А может, у него рост в корень пошел, ты просто не успела понять это и, может быть... Слушай, я воспитана вообще в лучших правилах, да, в воробушка, лучших... Воробушка не видела его, не вылетал из... Да, пенсил я не видела. Пенсил не видела? Извиняюсь, конечно, но я так типа... Что тут извиняться-то, извини меня. Типа, да, английская королева. Да. Вот, я не видела этого. Да, дерзковато я назвала. Я понял, а делать что мы будем делать-то в итоге? Я вот пытаюсь оценить товар. Вот я пытаюсь оценить товар. Ты оценил товар? По-моему. Ну нет, я товар оценил, но я пытаюсь прицениться, может быть, ну, потому что это какие-то невероятные какие-то деньги, понимаешь? 300 тысяч. Мне кажется, я могу сейчас с каким-нибудь условным 50 тысячами рублей. 50 тысячами рублей. Ну, да, так. Встать вот так как вот на соседней улице, вот там вот где-то, какая-то. Да, у нас. Так. Вот, ну, скажем, бодро их демонстрировать, и я поймаю на этот крючок несколько дам. Мне кажется, в очень короткое время. Ну, то есть Боже, за 50 какая тысяч. Уверенность в себе. Ну, да? Давай, выходи, попробуй. Нет. Я тебе просто... Я же тебе к примеру... А я думала, ты мне примеру так, типа, говорю. Смотри, сейчас я... К примеру. Ну, слушай, ну, давай так. Вот давай, ну, мы ж... Понятно, что мы, может, не на рынке, но все равно это же какие-то плюс-минус рыночные отношения, да? Я же могу как-то поторговаться чуть-чуть. Слушай, ну с чем торговаться? Это вот я сейчас сижу, ты не видишь, так скажем... Весь товар лицом. Нет. Весь товар лицом и не лицом. И обратной стороной. Вот. Хорошо, первое. Давай. Первое. Второе. Так, да. Второе. Угу. Что такое 300 тысяч? Ну, за продуктами мы идем, мы тратим 5-7, то есть легко и просто. Это так вот, скромно. Смотри, что я могу тебе предложить. У меня есть 3000 рублей. Я могу тебе сейчас... Вот прямо сейчас предложить за твой гладиолус 3000 рублей. Вот прямо сейчас. Вот смотри, 3000. Вот я тебе даю 3000, чтобы в руки не передавать. Это примет плохая, потом гладиолус завянет быстро. А мы будем предложить 33000 рублей. 33, нет, ты сказал? Нет, 3000. Я просто тр-тр-тр. То есть 30 ты где-то сейчас достанешь? Нет, 3000 рублей. Готово? Абсолютно. Вот с твоим образом вот эта сумма, она вот не коллерируется. Ну, начинается. Хочешь поймать меня на самолюбии, да? Не вопрос. Ты такой весь в птичках, весь такой в синичках. И просто 3000 абсолютно. У тебя мурашки побежали, кстати, поскакали. Это от тебя, да? Вот такие. Поэтому, вот ради мурашек. Я готов ради мурашек. Последняя цена. Так, подожди, 3000 это на спичке? Ну, смотри, хорошо. У меня есть еще, смотри. 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 2000, вот это были на спичке, а это на соль. Держи, вот еще 2000. Итого 5000. Слушай, ты типа сейчас это сострел, у тебя очень острый ум. Ну, что имеем? Ну. Ё-моё. Слушай, а какой уже сегодня август? Уже приличный август. Да, уже закончится. Господи, лето-то заканчивается. Да. Ай, была не была. Поехали солить спички. Серьезно? Поехали. Ну смотри, не передумай. Мяу.
Таксопарк «Такси Хайп» лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.